Подорванный авторитет мэрии будет восстановлен. Сегодня первый заместитель городоначальника Александр Нечаев прокомментировал арест своего коллеги Евгения Розанова. Последнего взяли под стражу в минувшие выходные. Его подозревают в получении взятки размером в 1 миллион рублей за оказание содействия в продлении договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности. По версии следствия, в деле также замешаны директор департамента жилищной политики мэрии Владимир Евдокимов и бывший начальник земельных ресурсов Борис Бураков. По словам первого заместителя мэра Александра Нечаева, последние события негативным образом сказались на деятельности органа исполнительной власти. Фактически два зама вынуждены работать за пятерых. Претендентов на вакантные должности будут проверять в соответствии с антикоррупционным законодательством. Конечно, это очень неприятно для мэрии города Ярославля. Правильно вы говорите, что осталось два заместителя мэра и требуется определенное срочное кадровое решение. На этой неделе я их приму. И при подборе кадров одним из критериев, наверное, самым важным критерием будет честность и порядочность человека, который будет приходить на те или иные должности в мэрии города Ярославля.